Как продать квартиру, которая находится в ипотеке? Такой небольшой технический ролик будет, где мы разберем, как это делать. Потому что многие люди считают, что продать квартиру, которую ты купил, в ипотеку нельзя. Что ты купил квартиру, и теперь до тех пор, пока ты все это бремя не выплатишь, ипотечное, на всю жизнь это будет тебя тянуть назад. На самом деле это не так. Ипотечная квартира продается точно так же, как и обычная квартира без обременения, но с некоторыми небольшими поправками. Итак, как происходит продажа ипотечной квартиры? Допустим, вы покупали квартиру за 3 миллиона рублей. 3 миллиона рублей. Через некоторое время эта квартира, допустим, у вас изначально был по ней ипотечный кредит, ипотека, например, 2 миллиона рублей. 2 миллиона. Допустим, вы решаете ее продать. Ну, сейчас для простоты оставим все те же самые цифры, что вы продаете за те же 3 миллиона, и при этом у вас остался долг по кредиту еще 2 миллиона. Ну, естественно, это все постепенно. И квартира дорожает, как правило, и ипотека гасится. Но сейчас мы разберем саму схему. Как это делается? Вы продаете за 3 миллиона, то есть находите покупателя. Тут есть нюансы, сейчас обсудим. И деньги делятся на две части. 2 миллиона. Ну, схема реализации технически может быть разная. Например, банковская ячейка, либо иные варианты, которые сейчас есть. Но для простоты возьмем, допустим, банковскую ячейку. Что происходит? 2 миллиона, которые пойдут банку на погашение кредита, закладываются в одну ячейку. То есть это уйдет банку. А вот этот миллион, это то, что уже останется вам. То есть это пойдет вам. И после того, как произойдет регистрация сделки в Регпалате, то есть клиент отдает деньги в банк, они закладываются в две ячейки, затем договор отдается на регистрацию в Регпалату, происходит регистрация. После того, как произошла регистрация перехода права собственности, вы приходите с этим договором, и банк забирает себе 2 миллиона и сразу же гасит ваш ипотечный кредит, а вы забираете, соответственно, ваш оставшийся 1 миллион. То есть это можно делать. Технически тут нет никаких сложностей. Вопрос только в клиенте, который будет у вас покупать эту квартиру. Как правило, опять же, тут есть много исключений, но как правило, вам потребуется клиент либо с живыми деньгами, то есть клиент, у которого есть 3 миллиона без ипотек, либо клиент, у которого ипотека будет в том же банке, в котором у вас. Тогда никаких проблем не будет. Если это будут разные банки, то тут уже могут быть нюансы. Не все банки с друг другом стыкуются. То есть некоторые банки не смогут взять на себя реализацию сделки, если квартира в ипотеке в другом банке. То есть тут не всегда так получится. То есть у вас, по сути, возникнет только чуть большая сложность в поиске клиента с живыми деньгами либо с ипотекой в вашем банке. То есть вот это единственный момент. Да, он тоже имеет значение, но нет ничего тут какого-то архисложного. Это совершенно нормальная стандартная процедура. Итого, резюмируя, если вы купили квартиру, это не значит, что вы должны ждать до самого конца, до полного погашения всей ипотеки. Нет, это не так. Вы можете продать ипотечную квартиру вот с учетом вот этих вот нюансов. Я так делал, у меня так происходило несколько сделок, я и покупал, и продавал так квартиры. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас опыт продажи ипотечной квартиры, насколько это было сложно, быстро, не быстро нашли клиентов по этой схеме, либо, может быть, как-то иначе это реализовывали, поскольку схемы могут быть немного разные, есть нюансы, но мне важно здесь было до вас донести принципиально, что это возможно, в этом нету ничего архисложного и реализуемо. Пожалуйста, напишите ваши комментарии, был ли у вас подобный опыт продажи ипотечных квартир. Если вы интересуетесь вопросами инвестирования в недвижимость, создания пассивного дохода, то я приглашаю вас на мой авторский тренинг «Секреты инвестирования в недвижимость. Создаем надежный источник пассивного дохода». За 2 дня мы изучим с вами все основные тонкости, нюансы, фишки, секреты, которые позволят вам зарабатывать на недвижимости намного больше денег, чем это делают все остальные люди. Вы узнаете, как подбирать самые выгодные объекты, как их находить,
как находить то, что почему-то продается дешевле рынка, как получить самые выгодные ставки по ипотеке, как не платить ипотеку несколько месяцев, как разбить квартиру на студии так, чтобы это было во много раз более выгодно, нежели при обычной сдаче, каким образом соблюсти все требования законодательства, как правильно с этого всего еще потом заплатить налоги, как сделать так, чтобы вы сдавали квартиру по максимальной стоимости. И еще огромное количество тонкостей и нюансов, которые будут на этом тренинге, которых мы не затрагиваем, не разбираем в открытых уроках на YouTube. Если вам эта тема интересна, крайне рекомендую посетить данный тренинг. Кроме меня, я там собираю еще обычно порядка 7-8 экспертов на этом рынке. Это управляющие компании, это риэлторы, это ипотечные брокеры, это строители, которые делают инвесторский ремонт и так далее. Сможете с ними познакомиться, получить их контакты и в будущем обращаться, если будет необходимо. Если вам тема инвестирования в недвижимость актуальна, приглашаю вас на мой авторский тренинг «Секреты инвестирования в недвижимость». Проходите по ссылочке под этим видео, регистрируйтесь, жду вас.